Здравствуйте, дорогие друзья, ВКонтакте, в Одноклассниках. Здравствуйте, дорогие друзья, ВКонтакте, в Одноклассниках. Я начинаю свой видеоблог, свой юбилейный видеоблог. Свой юбилейный видеоблог номер 500. Да. 580. 580. Юбилейный. 580. Йоу. Ух ты, йоу. Мне подарили вот такую. У меня теперь третья поставка для телефона появилась. Мне ее подарила Настя Глебова. Подписчики, да, да. Такая поставка для телефона. Вот такая. О. Так, все, поехали, мои дорогие. О, Женя вернулся, подписчики. Подписчики, Женя Попов вернулся. Он теперь вместо его в спеть соли ведет. Так, поехали. Я простудилась, подписчики, увы, ах, мои дорогие. Мне назначили вот такой вот лекарство, подписчики. Так что я приболел, подписчики. Так что вы не отпустите, ладно? Вот, так, вот такие, господи, как камера не пойдет, вот так вот что ли? Вот такие вот таблетки выпишите, подписчики. Они тоже называются, во всем. Поэтому, конечно, не будем кричать «Ура!»,
приехали. Господи, подписчик, простите. У нас кто-то ремонт делает. Сверху. Поэтому, возможно, во время блога будет ружать. Поэтому во время блога будет ружание. Вы не описываете пасочки. Раз кто сверху делает. Или снизу, не знаю точно. Нам надо звонить. Скажешь, ты ужин. Пожалуйста, позвони на два записчики. Я вам звоню. Скажи, что я. Скажи, что я кушаю. А, вот что. Алло. Привет. 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 Что-то опять озноб пошел, не знаю, где градусы все. Да? Варя, ты у нас около, да? Поняла. Да, да, сейчас заедаю, ага. Такой вкусный. Да, такой вкусный. Пришла она меня развернула. Да. Нет, не было тебя оттуда. Там пошли эти новые. Я говорю, пошли эти новые. Да. А. Давно уже, давно здесь оказывается. Да, все. Пошла. Ага. Нет, Настя, нет. Эх. Я сделала то занятие, да. Это новое испугалось. Заразись сама. Нет. Я вот не хочу думать здесь, что уходить, боюсь всех. Ага. Ага. Да, да. Да, она сказала, что я боюсь заразиться.
Сказала. Сюда. Подожал вот и пошел. К врачу. Да я в маске пошла в сердце. Ее зовут. Аня зовут ее. Да с первого. Фамилия со первого. Я думаю, ты знаешь. Там же... Поэтому не дай мне неправильное занятие. Да. Да. Нет. Я заболела. Я плохо знаю. Да. Да, да. Да. А зачем почитать-то? Сейчас почитаю. Я просто что-то сейчас блог снимаю. Поняла. Сейчас пойду. Поддерживает,
Спасибо.
Thank you.
Солдаты из Соединенных Штатов надеются в
Владимира Владимировича Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа, государственного визита.
Здравствуйте, папи. О, господи, простите за потолок, что вы опять? Я уходила, я уходила, говорит, с нами. И заходите, у меня появились особенные малыши, без глазных вот они. Вот такие красавчики у меня появились. Особенные малыши без глаз. Вот такие красавчики появились. Розовая — это девочка, а синий — это мальчик. Синий — это мальчик, а розовая — это девочка. Подписчики, пишем в комментарии, как назвать меня семью котиков. Брат и сестра котиков, как назвать? Пишем в комментарии, подписчики. Я это видеоблог выложу тогда в группе ВКонтакте и в Ютубе. Итак, подписывайтесь на мой ВК-канал, YouTube-канал Дина Коскова, и там видеоблоги будут, которые не вошли, там есть видеоблоги, которые не вошли в эфир Ютуба. Ой, блин, простите, я немножко плоховато был, поэтому я уходил с топ-стрима. У меня новые зверушки. Ну, я теперь вот такие появились, мяуси. Мяуси вот такие появились, с хвостиками. У них лапок нет, у них хвостики вот такие. Йоу, подписчики. Ох, батюшки, батюшки, мне нужно это. Так, все. Напишите в комментариях, как мне вот этих малышей назвать, подписчики. Йоу. Так, наверное, это специальный подкайнер, не знаю. У меня вроде были первоматные бабки, но я не знаю, питаются или не питаются, я не знаю. Я попробую, вот на синем очень сложно будет нарисовать, то это пойдет белой бабки отскочить. А вот на розовом можно либо розовый, либо зеленый, либо желтый попробовать. Но поскольку кошечки это ночные животные, простите, подписчики, я почему так говорю плохо, поэтому, потому что я простудил, подписчики, простите, я без суток, ладно? Да без суток, подписчики, боже мой, да замочить по футболу. Я вообще блок снимаю, что ли, нет? Сейчас смотрю, я вообще блок снимаю, что ли, нет? Ох ты, на 42 минуты сеанс, ну понятно. Все, вы тихо. Я попробую вот так делать. Тихо. Я попробую. Все, подписчики, йоу. Ох, бачки. Так что, рыбачки, о, выскал, он же, подписчики, я потом еще покажу, что мне еще появилось, его подписчики, ну, во-первых, мне сегодня лечебные таблетки выписали, да, которые я вам говорила, я сейчас похудел, подписчики, так что вы не обессудьте, ладно? Простите за долгое отсутствие. Простите за благосурствие, подписчики. Я из вас не извиняюсь, подписчики. Ух.
О, кажется, пошли одноклассники писать. Вот, простите. Пожалуйста, приведите нас еще раз. Помни приказ, приведите. А, блин, сразу опять. Времена, когда... Я опять, Аня, как-то на отличие придите. А что мне вот такие марки подарили? Я их постараюсь сохранить до папы. Я не знаю, как получится. Так, все, я же хотел, ладно, пойду. Ладно, полетит по трубе, в отличие, ну. Thank you.
носочки стираю. Что ж, можно было бы сказать? Это носочки повесить. Ага.
А там в пахотах кто, да? Ты поедешь? Хорошо, понятно. Я, наверное, не поеду, да. Потому что это завтра на целый день еще будет, да. Ну да, что они? Ага. Да. Угу. Я сейчас 60 еду, смотрюся. Я обожаю передачу. Сразу здесь смотрю. И вечер тоже. А? Да, ага. Ага. Ну, да. А? Новенькая, детей, ей ничего нету. Я сейчас блок снимаю, так. С подписчика общаюсь тоже. Да, пишите, там 468 писем. Да, нет, 468 писем. Ага. Почти 500 писем пришло. Наверное, не знаю. Ага. Да вроде, я вроде бесплатный YouTube пока. А, ну да, ну да. Понятно. Да. Понятно. Понятно. Ага.
Ого. Понятно. Понятно. Да, да, да. Ага. Ну да. Ну да, не знаю, да. Ну да, ну да. Ага. Ага. Не, есть. Я ж не даже в яблочке была. В феврале. Я говорю, я из февраля в яблочке была. Алло, связь пропала, алло. Алло, связь пропала. Да, я в феврале была там в яблочке, да. Я открывал первый заезд. Да, в феврале первый заезд был, да? Ну да, много. Ага. Сорок три квартиры приехало. Нет, сорок три. Да. Ага. Ну да. Ага. Ну да. Ну да. Ага, 4 этажа, да. Четырехэтажная. Как это? Да, большое здание, да. Длинное. А? Ну да. Да, там казалось много, да. 179. Ага, там 179 каналов, да, в яблочке. Да, без фазы, там можно фильм смотреть, да. Нет, там бесплатно смотришь. Центры, ну это, то есть центр оплачивает, там стрелку. Да, да. Поняла. Не знаю пока. А не знаю. Я пока не подавала. Ну, наверное, так. А они потом сами звонят. Ага. Ну да. Да, там Гоша был из центра, да? Да.
Да, да. Только я в другой квартире был. Да, да, было, ага. 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 А, да, знаю, Коша, да. Ага. Да, да. Ага. Ага. Да вы сюда, я был Большаков. Даня был, Даня тоже был, Большаков там. Вот тоже со мной, со Даней Путова лежал. Да, в прошлом году, я в ноябре была в прошлом году. Нет. Ну да, 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 да. Да, ага. Поздрав, да. Ага. Ну да. Тут во всем пойдет так. Да, Саша. Ой, ладно, Саша, там где пара таблет пить. Я противовирус тоже пью, Саш. 4 раза в день назначили. Хорошо, ага. Господи, я запросила. Ёпс, да? Пипец. Так, всё. Тоже выпить. Потом ещё прийти. Ой, я, блин, я же уже выпила. Что уже точно не забыть? Позже, по восьмого! Ёпус ты! Ну вот, как раз 4-й раз прийти, пусть. Я такой покачу, буду отчаянно так много. И потом полежать надо. Сейчас было прохожим, полежим. Ой. Подписчики. Как я говорил, я простудил чуть-чуть. Я здесь, подписчики. Тут, если я... Это новость красивый, у меня красивый. Блево, да, я подарил блево. Йоу. Йоу, подписчики. Подписчики, йоу. Подписчики, йоу. О, Калашников, круто! Калашников, Юлик. Пошли. Ох. Ох. Так, надо суп убрать. Так. Ну да. Все, ох. Прости, подписчики. Видео без разговора, прости. Батьки, кокурка. Часовое видео, ничего себе. Так, ладно. Так, во-первых, нужно сначала мой новый штат поднести. Поехали. Ой, батюшка, поехали. Так, это штатив, тихо.
Так, оп. Так, значит, поставьте телефон, поехали. Поехали дальше. Так, все, дальше. Пойдемте дальше, мои дорогие. Так. Ага. Ага. Так, ну вот этот штатив два пока оставим, пожалуй. И а вот тут штатив можно потом на полочку брать. Ну да, 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 да. Кстати, ох. Вот такие вот текстовые делители мне подарили. Мама моя подарила. Пальчики. Спасибо, отвечал. Я без сути. Так, все, я без сути. Я без сути, подписчики. Так, все, подписчики, я без сути. Передаю привет, Лавану не звонит. О, господи, сейчас будет. Сейчас надо выйти. Так, надо передать привет, Людмиле Валерьевне. Передаю привет, Людмиле Валерьевне. Передаю привет, Лавану Людмиле Валерьевне. Все. Так, все. Ой, простите за потолок ТВ, посмотрите. Сейчас мне придется опять потолок ТВ сделать. Но это не потолок ТВ, а вот так вертикальный. Вертикальный, вот такой, простите. Вертикальный, простите. Простите, подписчики. Так, все, смотрим. На меня смотрим. На меня, подписчики. Камера на меня направлена, да. Подписчики. Так, подписчики, вот это ванная. Вот это ванная, подписчики. Подписчик, вот это ванная. Вот здесь мой котик спит, подписчики. Ой, батюшки, ладно, пошли. Пошли, все. Зачем указал? Господи, так, ладно. Подписчики, все. Так, все, подписчики. Так, все, подписчики, подписчики, подписчики. Подписчики, подписчики мои. Так, все, поехали. Поехали, поехали, поехали. Опа. Вот этот штатив. Мне сегодня подарили. С этой редакцией буду. Так, ладно, всем пока-пока. Всем пока, всем пока. С вами Нина и Лена. Всем пока, всем пока. С вами Нина и Лена. Всем пока, пока. Всем пока, пока. Видео закрывается. Видео закрывается на моем новом... На моем новом штативе. Вот такой. Вот так выглядит штатив. Красивый. Так, ладно. Всем пока, с вами Юрий и Юта. Так, Шуша, иди сюда, Шуша. Подписчик, подписчик, мои имя и. Так, все, ладно. Шуша. Так. Всем пока, с вами Юрий и Юта. Всем пока, с вами Юрий и Юта. До встречи на следующем видеоблоге номер... До встречи на следующем видеоблоге номер 587, 581. Так. Ага. Так. Ага, понятно. Так, что нужно придумать, а? Так, все. За следующем видеоблоге номер 571. 571. Так. Так. Сейчас я думаю, я планирую название. Подписчики, ладно, всем пока.
Все, пока-пока. Ладно, название само собой придумается. Ладно, всем пока-пока. Видео, закрываем видео. Видео, закрываем видео. Всем пока-пока. Всем пока, свои деды и лета. Всем пока-пока. Видео скрывается на моей новой поставке.